Друзья, я решил чуть-чуть поменять формат в плане музыки. Сейчас меня представят. International Music Production presents. And now, ladies and gentlemen, ребята и девчата, please welcome. Автор первой рэп-повести на русском «Золотые перчатки», написанная в соавторстве с Глебом Петровым, отец литературного рэпа, литературный рэп-папа, король алфавита Майкл Солита. Так это Е2. Юмористическое стихотворение, конечно же. Интересно. Пишите в комментариях, или вам нравится музыка. Все-таки у меня юмор, это музыка, как бы я делал больше для рэпа. Да, рэп я читаю тоже. Вот так, в стихах. Итак, так это едва. Зубная паста в аптеке у Бори, лучшая в Одессе. И на всем Черном море зубы будут, как у тети Еси. Такие же крепкие. Так это едва. Зубов у тети Еси всего два. Я вас обнимаю. Надеюсь, вам понравилось.